2 года назад Архангельск участвовал в конкурсе «Аллея славы». Проводила его одна некоммерческая организация, ну или садопитомник, в принципе, доподлинно неизвестно. А, смотрите, перед нами деревья, которые высадили жители. Это около 1000 деревьев, ну в 2 местах здесь, на Воскресенской, вот там, дальше за проспектом Ломоносова и в районе при вокзалке в районе Польска. Смотрите, что стало с деревьями. Есть те деревья, которые нормально прижились, а есть те, которые померли. По какой причине, неизвестно. Раз, два, но это еще возможно выживет. Вот тут полностью сухое дерево. Все, его нужно, менять. С ним ничего не сделаешь уже. Оно уже все отсуществовало, закончило свою жизнь. Здесь, конечно, да, большая часть прижилась, но тем не менее, вот я прошелся всего несколько метров, и обратите внимание, еще одно дерево. То есть, раз, два, три, четыре. Четыре дерева на небольшой стороне лишь. Давайте дальше прогуляемся и посмотрим. 5 деревьев. Вот еще одного нету. 6. Вопрос, в чем причина? 7, 8, 9, 10. То есть деревьев, смотрите, с одной стороны, какое количество? Просто не знаю, или тут садили неправильно, или может вот там еще с другой стороны 11. Может неправильная технология посадки. Может, они вымерзли. 12, 13, 14. Может, еще что-то с ними случилось. Но, тем не менее, наверное, их нужно восстановить, посадить и вновь облагородить. Вот 15. Видите? Нету ничего. 16, 17. Эти уже какие-то поломанные. Причем, кстати, здесь были кусты, но кустов вообще не видно. И я не понимаю, зачем администрация города просто согласовала вот именно эти кусты. Потому что кусты у нас вообще, похоже, не прижились. 18. Не прижились, и больше их, наверное, мы никогда не увидим. Потому что сразу было, в принципе, понятно, вот кусты где-то садились здесь, внизу, их, нету. Вот 20, 21, 22, 23, 24. Вот что делать? 25. Вот уже насчитано 25 деревьев. Причем 26 выдали деревья, 1000 штук, 250 передали на Сербинскую Архангельскую, то есть 750 должен быть посажено и расти у нас. Но нет, они не прижились. 26, 27, это тоже померло. 28 деревьев, 29. Смотрите, разве это правильно? Не, я думаю, что саженцы были нормальные. Может, просто у нас люди не умеют садить, или еще какая-то причина, или просто администрация города их просто не хотела ухаживать за ними. Но тем не менее, что есть, то есть. С этой стороны более или менее. А вот тут вот не выросли. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36 деревьев, представляете? 36 деревьев просто не выросло. И умерли в эту
зиму или весной вот не смогли справиться. Вот так вот. Так что не знаю, что будет делать администрация города. Может, они решат все-таки это пересадить, эти деревья, что-то с ними сделать. А может, просто вот такие вот веточки, привязанные с колышку такому, они будут здесь стоять всю оставшуюся жизнь. Потому что, как следует из практики, деревья, которые в Архангельске сводят, новые взамен в количестве 2 штук не сажают никогда. Так что будем жить дальше с этими вот веточками, кочерышками.